На предпоказ полнометражного мультипликационного фильма «Моана» собралось несколько сотен жителей Шымкента. Пришли не только дети, мамы и папы, но и чиновники различного ранга. Не смог пропустить такое событие и аким города Габидулла Абдрахимов. Ведь картина – третья по счету, которая переводится на государственный язык. Мультфильм «Моана» – это захватывающая история о приключениях девочки-подростка по имени Моана Ваялике, которая отважилась отправиться в путешествие и взяться за миссию, начатую ее предками. С детства знакомая с законами мореплавания, бесстрашная принцесса Моана отправляется на поиски загадочного острова. Во время своего удивительного путешествия она знакомится с озорным полубогом-трикстером Мауи. Вместе им предстоит встретиться лицом к лицу с морскими чудовищами, побывать в глубинах океана и окунуться в мир древних легенд и сказаний. Одного из главных мультипликационных героев, полубога-озорника Мауи, дублировал актер драматического театра Астаны Жанибек Мусаев. Как признается сам актер, это была его первая масштабная картина. Мне кажется, что я сделал все, что было в моих силах. Это было очень ответственно, ведь ее будут смотреть наши дети на государственном языке. Я был очень горд, что диснеевская картина до выхода на экран была переведена на казахский язык. Это очень радует. Мне кажется, что это достижение нашей страны и нашего президента. Всего над картиной «Моана», которая длится чуть больше полутора часов, работало более 20 отечественных актеров. Кастинг проводился сложно, сам дубляж занял 3 недели. Сведение звука, весь этот технический процесс отправляется в Лондон, в студию Шепертон, все производится там. Дубляж производится напрямую с английского языка на казахский язык, чтобы сохранить изначальную версию и всю идеологию мультфильма. На сегодняшний день ведется усиленная работа над переводом на государственный язык популярного фэнтези-фильма «Звездные войны». Его на суд зрителям планируется представить в конце декабря текущего года. Бахром Абдуллаев, Эльдар Жунусканов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Аутрар».